Уникальная атлетика по динамике напоминает знакомую всем с детства игру, когда один бежит по полу на руках, а второй держит его ноги. Принцип такой же. Перемещение происходит на руках, только роль напарника выполняет специальная облегченная тележка, на которой закрепляются ноги. Это очень полезное упражнение, при котором работают практически все группы мышц и развивается координация. Его автор – тренер Владимир Соснов. Он сам мастерит и ремонтирует роликовые тележки, сам чертит эскизы и заказывает на одинцовских предприятиях новые тренажеры. Эти соревнования уже у нас проходят с 92 года. Вот. Это я, так сказать, организовал и изобрел эти тележки, эти приспособления в Больших Изюмах, когда работал. Вот. Когда я переехал сюда, в Одинцово, в спортивную школу на Можайке 109, то я начал проводить эти соревнования здесь. Первенство по уникальной атлетике – это семейные соревнования, в которых дети от 5 до 12 лет выступают в одной команде с родителями. Участники не только бегали на руках, но и забрасывали баскетбольные мячи в кольца, прыгали через скакалку. В общей сложности набралось 78 участников. Это 32 семьи. Я сюда попал, потому что я сам хотел. Переживал, нервничал даже. Я с мамой. Я с девушкой, он чемпион мира по бегу. Юрий Исаев. Меня пригласил Владимир Васильевич помочь внуку. Вот я и пришел. А то бы я сейчас бегал где-нибудь в лесу. Ну, внуку надо его поддержать и, естественно, помочь. Победителей было много. В каждой возрастной группе, которых всего 4, по 3 призовых места. Первые места и главный приз – кубок. Завоевали семьи Ненашевых, Селиховых, Остроуховых и Московых. Но остальные участники не сильно расстроились, ведь без подарка и ярких впечатлений никто не остался. Мне понравилась тележка. На ней надо на коленях ползать. Я получал 3-е, 2-е место. Мы вот любим спорт очень. И я очень люблю спорт. А ты? Самое главное не победа, а участие. Следующие соревнования среди семей пройдут 21 ноября на хоккейной коробке 14-й гимназии. Начало в 10:00. Дарья Киреева, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».